такие интересные вещички принес молодой человек. Сказал, что девушке будет делать предложение. Пасхальная подставка под яички, и здесь солонка. Начало 20 века. Уже купил золотое кольцо, снял в гостинице номер и нанял фотографа. Такая вот шкатулка, клуазана, перегородчатая эмаль. Очень красивая. Шикарная костяная пудреница, сделанная из кости. Дедушка был камнерезом и вырезал вот такого замечательного мишку. Старинный декоративный якорь, который вешался на стену. Старинная шкатулка, а в ней бабушкин браслет. Очень старый, его передавали из поколения в поколение. Боится, что не хватит денег на ресторан, договорились на 9 тысяч рублей.